Все. Я надеюсь, это не начнется. Итак. Итак, я тебе только что слил два ножа и одни перчи. Какие нахрен два ножа и одни перчи? Ты же с ума зашел нахрен. Как кому ты там слил? Ты что, что с ума зашел? Я сижу стримлю, бомбокс открываю. Не, о, у чего с головой непорядок. Пацаны, пожалуйста, поддержите меня прямо сейчас, остается 3 бокса. Я надеюсь, мне до сих пор не выпало ни одного эпика, ни одной рарки, ни одной лики, ни одной арканы. Пожалуйста, поддержите меня прямо сейчас. Хотя бы, может быть, хотя бы сейчас мне с этих 3 боксов повезет, я надеюсь. Пожалуйста. Готовы? Я надеюсь, повезет. Давайте с чего начнем? С эмпайрика, с эпика либо шарпа. И лайк с подписочками, мужики, оформите прямо сейчас. Ух, я надеюсь, просто я реально очень сильно надеюсь, что мне повезет. Ну серьезно, очень сильно надеюсь. Гамонка, рарка, эпик, шарп. Я начал шарпом, не говоря. Ну давайте шарпом начнем. Многие шарпы просто начать, начнем шарпиком, ребят. Начнем шарпиком, мужики. Давайте густецкого оформляем на М40 гриб. Потому что гриб это, сами понимаете, это Пахабелла. Мы максимально пропустим на него. Просто, пожалуйста, дай мне силы, пожалуйста. Реально, по-братски, дай мне силы. Я очень надеюсь, что мне повезет. Тут просто хотя бы реально рарочку, хотя бы эпик, хотя бы леву, как его нет. Ну, реально, хотя бы рарку либо эпик, было бы реально очень приятно. Все, пожалуйста. Разработчики, у меня всего 3 бокса осталось. Разработчики, вы не подкачивайте, родные. Давайте, погнали. Пау, и поехали. Разработчики, пожалуйста. Ребят, я на лысо обещал постричься. Уля! Мне выпало рано. Это трындец. Это просто трындец. Да блин, хватит мне 100 голды закидывать. Вы закупали. Это просто, пацаны, нарезку 100% куда-то выложить. Это самое эпичное выпадение, наверное. Мне первый раз в жизни выпала аркана с бокса. Я чувствовал, что что-то будет, ребята. Помните, я говорил, либо будет аркана, либо ничего. Я чувствовал, мужики. Дайте запишу. Запишу пацана, просто в телегу. Пацана, в телегу, просто все будет сейчас в шоке, нахрен. О, сейчас самое интересное, что мы с ней будем делать. Сейчас самое интересное, что мы с ней будем делать, ребята. Так, все, записываем в телегу, мужики.